Типичный деревянный многоквартирный дом, таких в нашем городе десятки. В минувший понедельник в одной из квартир этой двухэтажки случилось возгорание. 9 октября в 7 часов вечера на первом этаже деревянного дома и случился пожар. Соседи мужчины, который стал виновником происшествия, заметили задымленность и вызвали сотрудников пожарной охраны. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета. На территории Рекульского района наблюдается тенденция к увеличению количества травмированных по отношению к прошлому году в 2,5 раза. Поэтому государственный пожарный надзор напоминает, будьте осторожны с источниками повышенной опасности. По словам соседей и сотрудников пожарной охраны, мужчина в квартире, в которой случилось возгорание, любитель выпить. Ничем не примечательная квартира, мебель советских времен, правда, сейчас вся в копоти. Тогда, 9 октября, мужчина уснул с сигаретой в руке, отчего и пострадал. Получил ожоги средней степени тяжести и был доставлен в ЦРБ. 9 октября вечернее время поступил пострадавший в состоянии выраженного алкогольного опьянения, был доставлен скорой помощью с места происшествия. Получил термический ожог в районе пожара в квартире, находясь в состоянии опьянения, в лежачем положении. Имеет ожог лица, шеи, ожога дыхательных путей, к счастью, больного не было, потому что пожар был в закрытом помещении. В настоящий момент состояние ближе к средней степени тяжести. На территории области с начала года произошло 753 пожара, на которых погибли 94 человека. 112 человек были спасены. Большинство людей, это больше 30% погибших, находились в состоянии алкогольного опьянения. Пожарные еще раз напоминают, будьте аккуратнее с огнем. В случае подозрения на возникновение пожара незамедлительно звоните по телефонам 112 или 01. Юрий Воронин, Максим Колосов, новости провинции.